Всем привет, друзья, на связи SLC Fight News. И вот подошло к концу мероприятие, много с кем разговаривали, много что показали. Ну и в завершении, наверное, логично было бы поговорить с организатором и тренером клуба Академия ММА. Ну и поближе, чтобы познакомить вас с ними, я ему задам сейчас пару вопросов. Ну, расскажи немножечко о себе. Всем привет, меня зовут Антон, фамилия моя Рыбчонок, я представляю клуб Академия ММА. Что за клуб, вы хотите спросить? Один из лучших самых в СНГ. У нас много топовых бойцов. Мы по Минску открываем много залов, ребята очень все сильные, и мы решили заняться популяризацией ММА. Как вы знаете, мы в Беларуси деремся за деревянные медальки, за грамоты. Я же хочу, чтобы наши бойцы получали по достоинству. Когда вам выбивают зубы, будьте любезны. Да, будьте любезны. Поэтому мы решили организовать свой промоушен, называется он New Fighting Generation. Здесь дерутся именно любители, новички. 2-3 года занятий максимум. Зеленые пацаны зарубаются, получают хорошие призы, всем интересно. Здорово, это классное начинание, которое мы должны обязательно, ребята, поддержать, потому что это круто, здорово и грандиозно. Это классно. Хорошо, теперь вопрос, как к организатору турнира, все ли получилось у тебя? Что есть? Ох, было очень много замен, честно, пацаны, вот кто будет смотреть, ай-яй-яй, очень много слилось. Нехорошо, больше так не поступайте, иначе не буду вас приглашать. Согласен. А так, слава богу, были очень красивые бои. Честное слово, я сорвал голос, я кричал, даже матюгался, извините меня, конечно. Было очень интересно. Да, небольшие вопросы по экипировке, но мы все решим. А так, помещение, конечно, маловато уже. Мы будем расширяться, я поставлю клетку. Ребята, честное слово, Дана Уайт, хуйня, я разберусь. Курит нервно. Да, курит нервно. Поэтому мы будем делать красивые бои вместе. Мы сила, вот и все, в Академии. Отличный ответ, спасибо тебе. Ну и пожалуйста. В завершении хотим пожелать от своего портала, от своего клуба, конечно, дальнейшего развития, процветания и таких же грандиозных шоу, действительно, чтобы Дан Уайт позвонил в конечном итоге. Да, он позвонит, а я положу трубку и скажу такой, не, братан, не сегодня. Все, ребят, всем пока. Всем до свидания.